Всем привет из Гонконга. Мы находимся на острове Лантау. Это один из 280 островов Гонконга, самый большой остров. На нем находится Биг Будда. В большом видеоролике вы можете посмотреть этот тур. И мы сейчас едем над горами в такой полностью прозрачной кабинке. Едем в сторону конечной станции. Сегодня хочу вам рассказать три основных ошибки молодых начинающих трейдеров, которые совершают на рынке, вследствие чего теряют деньги. И, соответственно, у большинства затем пропадает интерес. Первая ошибка – это риск-менеджмент. Очень многие не соблюдают его. А на рынке можно заработать достаточно быстро и достаточно много с небольших сумм. Например, там с кредитным плечом от Инкста, с $1000, поймав хорошее движение, если вы выходите там целым лотом, да, если у вас хватает маржей, вы можете там за буквально там 10 минут при хорошем раскладе заработать там еще $1000. Это и губит, потому что появляется вот этот фатальный риск потерять все сразу. Так как многие входят в раш и идут на поводу своих эмоций, да, и заряжают как бы большие суммы сразу. Так вот, чтобы избежать этого, нужно соблюдать правило 2-5%. То есть не входить в рынок больше, чем 2-5% от вашего депозита. То есть если вы торгуете на $1000, то вам необходимо торговать депозитом $50. Это там 0.05 там, или 0.01. Если вы торгуете $10,000, то торгуете 0,5 лотом, да, это $500. Таким образом, вы всегда будете соблюдать этот риск-менеджмент и, следуя второму правилу, которое я вам сейчас расскажу, вы будете на рынке всегда зарабатывать. Так вот, здесь, кстати, открывается красивый вид на аэропорт Гонконга, да, если вот вы можете посмотреть. Здесь аэропорт Гонконга находится, находится тоже на острове Лантау, и, собственно, самолеты приземляются практически в Южно-Китайское море.